Приветствую вас. Мои коллеги, в общем и целом, правильно дали вам вектор, что слова особого значения здесь не имеют, более важные поступки. Слова нужны скорее вам для реализации именно ваших желаний, для реализации именно ваших потребностей, для того, чтобы вы сами для себя что-то получили, что-то доказали и так далее. Прежде всего хочется сказать, что 10 месяцев и 8 встреч – это очень мало. То есть, такое количество встреч за столько времени – это мало. По факту, это меньше одной встречи в неделю, месяц получается, да, то есть 10 месяцев, 7-8 встреч. То есть, это меньше одной встречи в неделю, это очень мало. И поцелуй ее при таком количестве встреч, при таком соотношении встречи времени, это очень быстро. Я не удивлен тому, что вы стесняетесь, потому что это нормально стесняться, ведь вы, по сути, человека не знаете. По сути, для вас это, ну, как бы так сказать, для вас это праздничная история. То есть это именно праздничная история, что вы встретились, праздник, все, эмоции, всплески, влюбленность. Это все здорово. Но это не делает вас эмоционально ближе, эмоционально роднее, эмоционально полнее. Из-за этого вы знаете, там фактически вам она человек чужой. Это она вам нравится как девочка, да, возможно, вы в нее влюблены, но да, а что еще? Помимо, ну, допустим, вот, человека. То есть, как человека вы ее видите? Как человека вы ее воспринимаете? Вот это очень важная история. Потому что если нет, если вы как человека ее не видите, то вот вам причины, по которым вы не можете, допустим, ей признаться. Вот вам причины, по которым вы по факту стесняетесь. И это нормально, что стесняетесь. По-другому и быть здесь не может. Именно по этой причине, что вы недостаточно близки и слишком мало встречаете. Вот. То есть, я мог бы сказать, что вам необходимо больше с ней взаимодействовать. Я бы сказал, что вам необходимо чаще с ней встречаться и больше именно привыкать друг к другу. Вот. Такая история и такой момент. Далее. Вы пишете, что так, она вас поцеловала, Дмитрий. Вы пишете, что она вас поцеловала, и что? То есть, как у вас вот связывается то, что вас поцеловали, с тем, что вы, там, например, должны признаться человеку в чувствах? То есть, где связь между этими двумя историями, где связь между этими двумя аспектами? Вот, и это... На самом деле очень важный момент, потому что она вас поцеловала, она
могла это сделать, но не обязательно, потому что испытывает комплимент, а вы по какой причине чувствуете, что должны ей признаться, чувствовать. Вот. Это, на мой взгляд, тоже очень важная история. Очень важный момент. Дальше. Вопрос заключается в том числе, какие у нее к вам, ну, чувства, как она к вам относится, что она, к примеру, для вас хотела бы, вот. Это очень важная тоже история, это очень важный тоже момент. Далее, для чего вы, ну, хотите ей признаться, чтобы что? То есть, я полагаю, что вы отдаете себе отчет в том, что вы не можете признаться ей именно потому, что вы чересчур замотивированы. Вот. То есть у вас чересчур сильная мотивация ей признаться. Чересчур много связано, возможно, у вас с этой вот идеей. Ну, признание, вот. Чересчур вы замотивированы, и тут, конечно, вот, тоже нужно поисследовать и посмотреть, зачем. Конкретно зачем вы хотите ей признаться? То есть у вас имеется там, к примеру, какие-то ожидания, допустим, от того, что вы ей признаете, или что? То есть эти моменты, они тоже очень важны. Вот. То есть ваша надежда важна, что вы ждете от признания. Вот. Значит, ваша мотивация важна, что вы хотите реализовать, например, через, допустим, признание тоже, вот, ну и, соответственно, уже после этого будет несколько более понятно, что вам нужно. И в чем заключается проблема? Конкретно. Вот. Что именно у вас за чувства к ней? Тоже, тоже надо бы поисследовать, потому что вполне вероятно, что речь идет все же не о какой-то
любви, да, невлюбленности, а, ну, вообще невлюбленность может быть, но это и так чувствуется, это и так понятно. То есть, по факту можно говорить о том, что вы вот слишком лично воспринимаете, именно слишком лично, а воспринимаете признание. И я не знаю, может быть, вы чувствуете, что обязаны признаться ей. Вот, если так, то опять же, мы говорим про для чего. Не лишним будет и определить вашу направленность. То есть вот именно ориентированно. Ориентированность на что у вас в этих отношениях? Ориентированность, например, на девочку или на себя? Это разные вещи. Это разная история. И если на себя, то это одно, если на девушку, то другое. Но мне кажется, что все-таки больше на девушку. Вот это на себя вот идет. Ориентир. А это значит, что вы что-то хотите для себя получить. Что, в принципе, неплохо, но это необходимо отграничивать. Все равно необходимо отграничивать одно от другого. Вот. Иначе просто, ну, иначе просто ничего хорошего из этого не получится. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать в ответ, да, на ваш вопрос. А вы, значит, пишете, как быть, да? Вот момент такой, как быть, чтобы что? Это вот один из ключевых таких аспектов. Вот. Чтобы признаться ей. Вот. Или что? Это тоже нужно исследовать. Вот. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Если вы не уверены, если у вас есть страхи, то с этим всем нужно работать, безусловно. И работая с этим, можно будет вам помочь. То есть, ну, блоки снять необходимо. Потому что ваша сверхмотивированность, да, она связана все-таки с тем, чего вы хотите. Вот. Она, ваша сверхмотивированность, да, связана с тем, что вам нужно. Вот. По сути дела. Ну вот. Вот, в принципе,
такая история, в принципе, такой момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам, Дмитрий. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, но если цель у вас все-таки именно признаться, рассказать о своих чувствах, неважно зачем, то можно это сделать разными способами, например, написать, да, то есть как бы отправить записку там или что-то еще, или видео записать. Видео ответы потом просто отправить. То есть способов на самом деле много. Но я уверен, что девочка потом знает. Как сказали мои коллеги, я уверен, что девочка хочется. Вот. Будет сейчас в том, что это значит. Просто сейчас в том, что вы не уверены в себе и боитесь сближения, либо девочка для вас слишком много значит. Вот. Это, в принципе, мешает. Ну, мешает именно взаимодействовать. Вот. Поэтому думайте, обмотрите. Если вы хотите поработать, выбирайте себе эксперта, который вам подойдет, и начинайте. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.